Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо», с вами Роман Карасев. Сегодня я провожу второй открытый урок в городе Белово, в зале дзюдо в Болгарии. Открытый урок по дзюно-ката. И в этом открытом уроке я сегодня покажу второе упражнение, которое я разделил на части для того, чтобы можно было его использовать в индивидуальной тренировке. Я сегодня продемонстрирую все второе упражнение, как для руки, так и для тори. И эти упражнения вы можете использовать самостоятельно, без партнера. А в последующем, когда уже будет у вас партнер, вы можете совместно тренировать дзюно-ката с партнером.